снимают вот сейчас рядом с переулком Токарева, ну, с этой стороны. Тут вот эта база Азова. И куда он сейчас стреляет? Там же жилые дома. А вот здесь, вот на въезде в базу тоже, ну, рядом, это он на пересечении проспекта Победы и Волгоградской. То есть он стреляет, ну, куда-то в сторону, конечно, проспекта Победы, может быть, и не в дом, но в кого он там стреляет? Причем, ну, он явно куда-то вниз стреляет, даже не особо так далеко вперед. Просто показуха.